Фиолетовый выручил Илюшу. На 7 метрах. Ничего нового, все стандартно, ничего нового, говорю, все стандартно, блин. Ну это вот за борт, наверное, блин. Прям бил голову, блин. Так, Крапова Хаскиджерк. Да, это что-то уже поинтереснее вроде бы. Угу, поддавливает. Нет, это не интересней. Блин, а прям такой удар был. Я еще, даже не удар, а как-то он прихватил. Я думал, щука прямо захватила. То есть не с удачи удар, а какой-то, блин, рывок, не рывок, блин. Да, жалко, а так по тяжести, я думаю, там двушечка, блин, два с лишним точно должна была быть. Друзья, всем привет. Вот мы на базе Углянская. База очень-очень-очень красивая. Тут внутри, ну, просто сумасшедший оазис. Везде, значит, уложены плиточки, дорожки. Очень интересные постройки. И очень-очень много реально персонала. То есть на самом деле такое ощущение, что это не рыболовная база, а какой-то дом отдыха. Так, сейчас мы идем, значит, проводить небольшой между собойчик. Надеюсь, будет вкусно и интересно. Еще раз здравствуйте. Так, ну вот, здесь кафе, там бильярд. Вообще, на самом деле, я думаю, надо будет экскурсию вам провести и все это дело показать поближе. Я думаю, будет очень вкусно. Потому что кто у нас в гостях? Денис Миллионов. Кто не знает, дам ссылочку. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Денис Миллионов, я бренд-шеф, бармен ресторана «Модус». И сегодня с Ильей Челышевым, телеканал «Дивер», рыбалка с дивером, мы на базе «Углянская». Как вы уже, наверное, знаете, 28 числа, 28 октября у нас должен был бы состояться мастер-класс по гастроботанике и альтернативной кухне на базе «Углянская». Но, к сожалению, ввиду введенных ограничений этот мастер-класс отменился, но это не повод для того, чтобы мы вам не рассказали, что мы хотим сделать и приготовить, так сказать. В чем заключался бы мастер-класс гастроботаника? Гастроботаника – это некая наука в кухне, которая соединяет гастрономию и ботанику. Ботаника в нашем понимании, в шеф-поварском понимании, в моем понимании, это работа с растениями, которые либо тяжелодоступны, либо дикоросы. Да, то есть это достаточно большая, обширная тема, с которой я хотел познакомить наших гостей, но я думаю, что это будет в следующий раз. Тем не менее, мы сегодня поговорим об альтернативной кухне. То есть, что можно приготовить в походных условиях или не совсем в походных условиях, чтобы было вкусно и, скажем так,
интересно, да, то есть необычно. Но для этого мы приготовили, выставили уже ингредиенты. Я вам сейчас чуть-чуть попозже расскажу, что мы будем непосредственно готовить. Мы, конечно, покажем, как это готовить, как балансировать, что такое баланс, поговорим, откуда вообще брать идеи. И будет еще, я думаю, много всего интересного. Итак, дорогие друзья, сегодня мы будем с вами готовить судака на гриле маринованного. Сегодня мы будем готовить раков на гриле, тоже маринованных. Сегодня мы будем готовить безалкогольный глинтвейн. Именно безалкогольный, потому что есть женщины, есть дети, есть люди, которые не пьют вообще ничего. Но как бы глинтвейн может быть, не обязательно быть алкогольным, может быть и безалкогольным. И к этому всему великолепию мы будем готовить два соуса. Первый соус будет сырный. Вот у нас здесь приготовлены ингредиенты. Это сливки, это обычный сырок, это плесневый сыр, чеснок. То есть то, что будет входить по ингредиентам более как бы детально, я расскажу чуть попозже. Мы также сегодня будем готовить соус том-ям. То есть обычно вы привыкли или ну, слышать, или пробовали суп том-ям, да? То есть сегодня мы будем готовить соус том-ям. Все эти соуса будут предназначены для того, чтобы их употреблять вместе с рыбой. Да, то есть будут достаточно простые маринады относительно. Вот, но тем не менее. Маленькая пометка. Это будет не просто сырный соус, это будет сырный соус с миндалем и карамелью. Да, то есть это немножечко усложнит палитру вкусов, с одной стороны, с другой стороны, это будет необычно. Ну, в общем-то, просто все достаточно готовится. Сейчас чуть попозже расскажу и покажу. Вот, собственно говоря, и все. Ну что, приступим. Ну что, дорогие друзья, с чего всего все будет начинаться? Все будет начинаться с приготовления маринада для рыбы и для раков. Что у нас входит в маринад? У нас в маринад входит белое вино, сухое, обычное белое вино. У нас будет входить устричный соус, у нас будет входить соевый соус, у нас будет входить чеснок, у нас будут входить специи. У нас будет входить карамельный сироп. Где все вот это достать, я расскажу чуть-чуть попозже отдельным блоком. Ну что, давайте готовить. Какая последовательность приготовления нашего маринада будет? В первую очередь мы мелко режем, рубим чеснок, добавляем туда обычный душистый перец и ставим на огонь для того, чтобы выпарить алкоголь. Да, то есть нам нужен достаточно концентрированная часть. Если у вас нет вина, да, или вы по каким-либо либо причинам боитесь использовать алкоголь, то мы можем взять обычный рыбный бульон. Да, то есть поймали какую-то рыбу, отрубили голову, все это проварили, да, у вас получился такой хороший наваристый рыбный бульон. Добавляем рыбный бульон, добавляем чеснок, все специи, все, что я вам сейчас дальше покажу, и потихонечку делаем из этого маринад. То есть основная наша задача — сделать густой, очень насыщенный маринад для того, чтобы рыба и раки получились очень вкусными. Итак, варим, вывариваем вино и добавляем чеснок и специи. Итак, наши гурманы, часть вина у нас выпарилась, насытилась все чесноком. Мы сюда добавили немного масла, то есть обычное масло, какое есть под рукой, оливковое, и добавляем соевый соус. Сейчас его не жалеем. Вообще, в принципе, все делаем на вкус. Да, то есть точных каких-то рецептов я не даю. Ну, на данный момент у нас где-то было здесь литр вина. Ну, наверное, добавим где-то половина литра соевого соуса. Устричного соуса добавим где-то миллилитров 150, ну и, собственно говоря, потом оставим все это остывать. Друзья, пока у нас остывает маринад, мы займемся приготовлением соусов. Первый у нас будет том-ям. Что для него понадобится? Для него понадобятся кокосовые сливки,
Ну, желательно кокосовые сливки, не молоко. Более густые, более хорошей консистенции. Покупаем пасту том-ям. Все эти ингредиенты можно найти в любом интернет-магазине. Ну, не в любом, но в общем в интернете это все можно найти. И листья кафрского лайма. Обычно продается большой пакет, но я думаю, что либо через знакомых каких-то, да, кто работает в индустрии общепита, вот, либо, в принципе, можете скинуться, купить большой пакет, его хватает очень надолго. Можете, в общем-то, все эти листья можно заморозить, то есть взяли, пересыпали, сколько вам надо, да, и убрали в морозилку, они будут лежать вечно. Вот, сколько надо достали, там, использовали и так далее, и тому подобное. Вот, ну, в общем-то, и все ингредиенты. То есть сейчас мы все это сюда перельем, доведем до вкуса, подогреем, немножечко все это выпарим и, собственно говоря, соус готов. То есть все достаточно просто, но это будет, поверьте мне, очень вкусно. Мы замешали пасту, мы замешали кокосовые сливки, попробовали, получилось достаточно остро, но немножко пресновато. Для того, чтобы добавить побольше вкуса, я все делаю на вкус, я добавлю немного соевого соуса, либо можно просто обычную соль, и можно добавить немножечко там сахара, как по мне, да, по моему вкусу. Но вместо сахара я, наверное, добавлю просто обычный карамельный сироп. Вот, это даст, опять же, интересную нотку, и это даст, даст сладость. Сейчас мы добавляем карамельный сироп. Ну, кстати, можно не обязательно добавлять именно карамельный сироп. Да, то есть, ну, мне нравится больше карамельный. Можно добавить, например, коричневый сироп. Можно добавить сироп тонко бобов. Можно добавить... Другой, в общем, сироп, который миндальный, да, кокосовый. Вот, в общем-то, любой сироп, который вам, любой вкус, точнее, который вам нравится в виде сладкого наполнителя. То есть вам нужно, самое главное, нужно сделать базу. Да, то есть вы сделали базу. Это кокосовая база, сливочная. Сливочная кокосовая база. И острота. То есть это вот вы сделали базу, дальше в эту базу вы уже начинаете добавлять по чуть-чуть того, что на ваш взгляд не хватает. Наш маринад остыл, и сейчас мы маринуем рыбу. Ну, по времени, насколько есть возможность, у нас возможности долго мариновать ее нет. Наверное, на часок мы замаринуем. Вот. А так, по возможности, ну, хотя бы часа 4, чтобы она в маринаде полежала. То есть хуже от этого не будет. Заливаем. Надо отметить, что после того, как вы замаринуете, маринад ни в коем случае не выбрасывайте. То есть оставьте его, потому что в дальнейшем он пригодится, когда мы будем жарить ее на гриле, на решетке. Друзья, раков поместили на гриль, на решетку, и жарим до красного яркого цвета. То есть сейчас они еще сырые, вот, жарим, пока они не станут прям ярко-ярко красного цвета. Если у Дениса все получится, я думаю, что у него все получится, это будет просто пипец. Вообще не получится, когда с тобой все готовят. Да. С душой. Дэн красавчик. У него терпения много. Да, запах какой, а? Поставь сразу обжигание. Да. Должен быть там, да? Ребята, из осени от
отвези меня, родной, я как ветерок всегда был вольный. И пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не хлещи коня, им уже больно. Так, ну что, друзья мои, очередное утро. Встаем где-то в 5 утра, еще темно. Рыбалка пока как-то не очень. Сулачок есть, он ловится, но, к сожалению, он не крупный. Куда делся крупный, непонятно. Поэтому все пробуем. Уже кучу приманок перебрали. Наверное, с сегодняшнего вечера начинаем джиговать. Попробуем сначала утром троллинг, вечером джиг. Потом посмотрим. Мы, конечно, там и утренние рыбалки джигом посвятим. Вот, искатали уже, наверное, литров 80 точно. Ну, пока сильно похвастаться нечем. Там двушки, полторашки, килошки, короче, там. Вот, ничего сильно такого крупного пока нету. Ладно, очередной бой. Ну что, на очередную утреннюю рыбалочку. Денис вырвался вперед, соскучился по рыбалке. Ну что, довольная личность. Сейчас мы кастом жопу надерем. Водят как бы не так уж и это. Так вот мы вчера об этом же. Там единственное. Ветрено, скажем прямо. Так, вот они стоят. Здесь 8 метров. 8 метров. Да. Надо, давай, наверное, вытаскиваем. Сейчас немножко, может, попробовать прижаться, пойти. Ну, где удар, блядь? Зараза, блядь. Нормальных поклевок-то нет ни хрена. Не, рыбки. Ты сразу смотри здесь, на этом, параллельно. Видишь, точки, знаешь, рыбки. Есть? Вот он, первый утренний судачок. 6 утра по Москве. Более-менее? Трещары? С нормальным размером беда. Он сжимаю его получше. Беседа с вами уже была проведена. Разговаривать с вами нечего. Так, будем сейчас менять трон на агрессора, чтобы такое ставить и поглубже. Пойдем сейчас по 7, по 8 метрам. Ну, надежда на трофей. Мелочь уже достала. Что-то взяли опять на красно-белый. Это вроде бы получше. Получше вроде. Да, получше в эти времена. Он получше уже. Здесь, бля, смотри, я иду вообще прям, ну, считай, крайне близко к корягам, бля.
Ни окуня, блядь, ни щуки, ни судака. Здесь поблизости особо нелогичных мест я таких не знаю. Какие нелогичные? Что, как, что нелогичные? Миляк? Троллингом на меляке ходить, ну шугать его, там заброс ловить. Ну я имею в виду на меляке там, грубо там, по 2 метрам, по 3 мы вроде бы лазили. Блин. Немного, конечно, ходили. Нелогичные места, блин, по ямам, блин, поставить какие-то, блин, по ямам ходить. Только рек мы ходим. Поймем, что так Потап спустимся, там Сочинский где-то. Спросим, чего у него, блин, если у него еще там, блин, хвосток 6, блядь. Да? Я застрелюсь, блядь. Ну да, да, туда. Пандос какие-нибудь. Я застрелюсь. Да. Ружье ты взял, блядь, здесь. Лимон, у меня еще может першение в горле быть. И наверх идет. Ставь такой же, у тебя есть, да, план. Да. Ну, это забираем нормально. Так, короче, у нас пока этот в фаворитах, по-моему, да? В фаворитах, в прямых вообще. Цвет, как минимум. Да он выскакивает с пакета, блядь. Нахуй там не увидел, блядь, с пакета. Вода нормальная, ну, в смысле погода. Так, это у нас уже за сегодня 4-й, да? На место, может, попали, потому что ребята уходят, что смотрю, особо нет ничего. Может, свет, может, место. И второй, в принципе, взял на отдачу. То есть отдаю, и там то же самое мне на отдачу взял. Знаешь, получается, он реально, блин, пассивный. Это просто нет слова. Пассивный, когда воблер вообще перестает вот двигаться, блин. Он стукает у меня уже на отдачу, когда отдаю назад. Да, это нормально. Но не двушки и не трешки.
скорость 2-2,5 километра в час и на отдачу. На глубине 5,6 метров. Ну там вот это место, там пупок, там идет свал на 7, подъем на 5,6. Какой-то заколдованный шлюх. Лопнул, твои. Шестой. Шестой. Так, вот он пупочек. Тут раз шел немножко подальше. Вот он свалик. Также что вот он свалик идет. У кого-то выход, а у кого-то, видишь, психанули, поехали. А у кого-то вход. Да. На стайку налетаешь, возвращаешься, если дальше не идешь, то ловишь. И Игорь тоже. Вот сейчас он там взял, а уходит вон куда. Блин. Зачем? Так, первая дорожка у нас пустая. Так, вот место хорошее, веточка какая-то. Перепад глубины. Вот тоже пупочек. Вот тоже пупочек. И он над пупочку стоит. Вот он за пупочком стоит. Поглубже. Вот какое место, блин, 7 метров и 7 на 5,8. Была ямка на 7 и подъем на 5,8. Сейчас клюнет. Опять плавный спуск пошел.
Блин, когда я здесь начинал ловить, я еще на камеру-то не снимал. Здесь народу вообще не было никого. Есть. Этого за борт. Подрывы, что ли? Ага. Так, значит, делаем так. Ловим все красноголовье. На лыжу встал. Ну что, друзья, вот мы приехали с очередной рыбалки. Уже, по-моему, неделя точно прошла. Сказать что-либо хорошего пока ничего сказать не могу. Ловится? Да, ловится. Ловим, ну, хвостов по 10 за утро. Вот сегодня утро вообще было, ну, одно из самых плохих, наверное. Наверное, мы на каждую лодку поймали штук, наверное, может быть, там по 5, по 6. Вот, из них забрали, по-моему, каждый экипаж по 2 штучки. Вот, то есть, а до этого были такие выезды, что, допустим, штуку 17 мы ловили, там 10, там 12 забирали. Вот, все особи не очень крупные. Самый крупный был пойман на 2 килограмма, на потом, по-моему, полторашка и кило 100. Вот такие вот килошники, кило 100. Это дай бог, если попадаются. Остаток очень много дрищей, мелочи. Вот. Еще, в принципе, время есть, будем искать. Погода крутит. То вот были морозы какие-то, сейчас вот потепление, то облачно, то солнце, то туман, то нет тумана. Ну, не знаю, с чем связано, короче, такое ощущение, что судак сытый. Вот. Мне кажется, что он есть, на эхолоте вроде бы его видно, но по какой-то причине он не берет. Вот. Возможно, он стоит где-то под корягами, еще чего-то, там, не знаю. Вот на малька тоже тут кто-то ходит, интересовались, подходили, разговаривали с ребятами. Особо тоже ничего, то есть выдающегося там прямо нету. Что еще? Сазан, да? Сазана как бы что-то мы найти не смогли. Плюнули сейчас, больше его не ищем, потому что время тратить, без, как бы эти тонки перебирать, это целая история. Лучше ловить судака. А вот еще что самое интересное, судак ловится именно утром, и это где-то вот с часов, наверное, ну с 7, может быть, с 6-7. Короче, с рассвета, и вот час он ловится, и потом просто куда-то он исчезает, непонятно, перестает просто ловиться, короткие такие выходы. Днем поначалу попадался, где-то в часа в 2, там, в 10 утра поклевывали, там, так, в 2. Да, принесите, пожалуйста, это, 10 литров. Вот, и вечером, прям, как говорится, на заходе солнца, тоже у нас там, скажем, пару рыбалок было. Ну, удачными их назвать невозможно. Вот, то есть нельзя. Ну, как-то так. Вот. Так что будем продолжать искать. Меняем всякие приманки, подбираем разные, но ничего конкретного пока. Бандосы. Вот, пока бандосы. Вот. Алло. Перепробовали разные приманки. Раплы ставили, и юзури ставили, и что только мы не ставили. Вот, и кренки, и другие разные приманки. Ничего,
кроме бандита, в принципе, ничего пока выдающегося нету. На трон поклевывало, что-то ловили, на агрессора ничего не поймали, на халкообразные, точнее, ничего не поймали. Вот на трон поймали этот фридайвер, да, Сальма, реплика на него. А так в основном бандосы. И что пока вот заметили, в основном, наверное, самые такие вот у нас успешные, это были штуки такие с рыжими примесями. Вот, рыжики такие вот, лучше всего отработали. И такие, такой как бы вот красноголовик, только новогодний такой вот, не белый, а с такими битыми, скажем, стеклышками. Вот, все. Вот пока на сегодняшний момент так. Ничего вообще как бы вот хорошего, к сожалению, нет. На резинке смотрю, вытаскивают. Я говорю, что, ребят, попадается. Они говорят, последние, ну это перед твоим приездом, последние 3-4 дня ни одной поклевки. Как раз вот сломало на холод когда. Мы приехали еще более-менее, а потом ветер, холод. Мы еще даже не пробовали. Потому что пьют, купили баран 21 килограмм. Кто? У нас там 7 человек приехали. А. Вот. Трое вот никогда в жизни не были на рыбалке. Пьют и бараны жарят. Не, ну у нас тоже как бы получается, где-то мы порой, сколько мы там, по десятку ловили там, ну обычно, грубо там, за выход штук 6-8. Ну, как правило, забираешь двух там, не знаю, вот так. Вот мы одного сейчас пока вот забрали. Кило 800, а остальное все, блядь, нахуй. Ну, съедобные, полусъедобные, я не знаю, сейчас новый термин себе придумаю. Потому что сейчас берут все, потому что рыбы нет нихуя. Не, мы выпускаем, мы говорим, там из десятка там двух заберем. Не, ну она летом-то совсем мелкая была, ну так. Чего летом мелкая была? Ну очень много мелочи, совсем вот такой был. Вот тут такая, более меньше воблера. Сейчас летом? Летом вот были, цеплялась, блядь, меньше воблера. Не, у нас такого не цеплялось. Летом мы еще более-менее половили. Когда летом? Ты съебался, когда ты приехали? Очень много было, блядь, я говорю, вот они, блядь, нахуй, чуть побольше воблера, блядь. Помнишь, я тебе звонил? Руслан, когда мы были. Ну так Руслан вроде там неплохо что-то где-то ловил. Или мало это все, ну. Они ловили, блядь, неплохо, блядь, хомяк бесился, блядь, нахуй, блядь. Никогда ничего не получалось. Ну тоже была, но. Они, блядь, они пили и ловили, вот в чем вопрос. Юра пьяный, блядь, в усмерть, блядь, нахуй, блядь. И ловил, блядь. Я не знаю, то ли алкоголь влияет, то ли что, блядь. Но они немного, то есть они, получается, там у них сколько? Раза два-три там у них, да? Да нет, они. Да, ну как немного. Но, в принципе. Первую неделю они сосали. Руслан еще бегал, у меня спрашивал, как этот трипер сделать, блядь, на. Потому что на него хоть что-то, блядь, проскакивало, блядь, нахуй. Ну, и мы ловили, блядь, уходили, он туда, блядь, нахуй, блядь, за Ахтуму, за поворот, блядь, там перекат ездит, нахуй, нахуй. Ну, двушки, блядь, нахуй, трешек не было, 2200, по-моему, сам, блядь. Углянка — это Углянская база. Углянская — это не только рыбалка, но еще и охота. Едем сейчас на охоту на фазана. Да. На фазана. Я сам не охотник, но мне очень процесс интересен. Посмотрим сейчас, что получится. На самом деле, я думаю, что каждому человеку, ну, как бы интересно, наверное, увидеть просторы Харбалинского района, не только, скажем, как рыбалка, да, не просто, допустим, какой-то быт, ну и еще какие-то вот такие определенные вещи. Друзья мои, что получится, не знаю, только снимаю, посмотрим.
место здесь интересное такое. Высокая трава, это как раз где растения очень питаются. Фазан. А, вот и норлик. Боевой сегодня взял. Троих нашел по грамму. И идти хорошо, потому что камыш, конечно, очень тяжело. Выше тебя ростом. Лезет в лицо, в глаза. То есть, ну, и хуже видимость. Здесь все как на ладони. Сейчас попробуем. Я вам скажу, на самом деле работа такая нелегкая. Прошли мы уже, в принципе, довольно приличное расстояние. А пока дичи-то нету. Но ребята знают, что делают. Еще собаки работают. Надеюсь, сейчас что-то как-то интересное получится. Открой, открой, открой. Жизнь идет где-то за стеною, а ты в плену пустоты. О, как жаль, но всему виною мечты, мечты. Дэн сегодня поймал щуку вот прям в пакете вот так. Да. Она, видно, в домике была. Из пакета даже не успел вылезти. Сколько Дэна она весит? 1,7 кг. Вот так вот. А на вид, видишь, какой? На вид как будто все 3. Ну не 3, конечно. Ну 2. Так, ну, второй дрыщ. Ну, не прижал. Так, бэшатик отработан и принес мне дрыщару. Взял, да, хорошо, прям по классике. Да. Бля, грелка-то нагрелась. Нагрелась. Катастрофа вообще, блин. Если ты еще раз ко мне придешь, блин, я тебе как дам в глаз, блин. Понял, нет? Слышь меня! Отца зови, блин, пиздец с ним. Слушай, он дерзко ушел, походу, позовет. Блин, вот этот уберочек, конечно, блин, просто чудо, блин, чудо, блин, чудовое. Я вот на него прям смотрю, у меня прям глаза в кучу сразу становятся, блин. Завораживает. А судака, походу, он просто очаровывает. Ну, давай. Жаре. Будем блокбастер снимать. Есть. Сразу он прям так тюкает, гаденыш. Опять, короче, тампокс, опять битые стекла. На проходе 3 поклевки, но не крупные. На глубине 7 с лишним, там, по-моему, даже 8 метров.
третий дрыщ. Так, что-то попалось, вроде бы тяжеленькое. Ну, пупочки, кстати. Видел, там пупочек был 4 с лишним. Так, дай-ка мне вот этот маленький подсак, большой не собранный. Да, это съедобный. Давай на эту сторону. Можно съесть. Так, Юзури Кристал, да? Наверху гад, да? Так, Юзури Кристал, беленький сифилитик такой. Так, Илюша какого-то очередного дрыща опять поймал, блин. Заборный там. Какой заборный? Мне кажется. Нет, это не заборный. Нет. Вот за хвост ему прям хватает и, блин, трындец вообще. Время. Воблер это, не времени. Времени, воблер. Друзья мои, я разловил новый воблерочек. От Герман Бальтазарчика. До 6 метров он ныряет. Ни разу не ставил. Ну, думал, под твич себе взял. Поставил на троллинг. Обалденно идет, отлично идет. Кстати, неплохая особь. Да, заберу. Всем добрый вечер. Хочу вам показать ночную базу Углянская, потому что, ну, именно, наверное, в это время, ночью, когда темнеет, скажем, поздно вечером, база, ну, скажем, превращается в что-то иное. И хочется этим поделиться с вами. Итак, друзья мои, база Углянская ночью. Погнали!
Так, да, что-то. Что-то поймал. Серьезное, походу, с глубину зря дал. Хотя наверх идет уже. Отправляю. Долго мы его ждали. Все-таки дождались. Красава, держи 5. Фу, блять. Все, на этом моя рыбалка закончилась. Ты что, с ума сошел? Хорош. Нет, давай следующее. Еще. Хорош, хорош, хорош. Так, ну что, сейчас я вам покажу ящик свой троллинговый под воблерочки, который недавно приобрел в магазине «Ни хвоста, ни чешуи». Кстати, кому интересно, ссылочку оставлю. Там доставка, с доставкой договорился, что доставка будет бесплатно. То есть скидки на ящик не будет, а доставку сделают там, по-моему, в любое место там бесплатно. Кто-то уже видел его, там я выкладывал, по-моему, в Инстаграм. Очень удобная вещь. Реально очень доволен. Приманки не путаются, все удобно, все лежит, в принципе, как бы по полочкам разложено. Вот. Для тех, у кого не очень много приманок, ну как не очень много, для у кого, скажем, их много, но не очень, этот вполне ящик подходит. Я не помню, сколько здесь штук, сейчас попробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, 120 штук у меня точно влазит. Плюс еще, короче, вот здесь я их так навалил, потому что, ну, мне, конечно, немного не хватает. Хочется разнообразия разного. Ну, а так, в принципе, ассортимент довольно-таки большой, в них помещается. Ящиками доволен. День за днем бесконечно надеждой согрет. Я ищу этот город, которого нет, где легко найти страннику приют, где наверняка помнят и ждут. День за днем, то теряя, то путая след, я иду в этот город, которого нет. Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин. Есть. Ты смотри, что по темному пошел. Нормально, да? Да. Судя по всему, нормально. Тампок, Строн.
Не, ненормальный. Ну, наверное, проходной. Короче, 5 часов по Москве. Да, вот они сразу появились. Все, кончик спиннинга я не вижу, блин, только на ощупь. Кончик спиннинга не вижу, только на ощупь. Смотри, там впереди берег. Берег впереди, смотри там. На ту сторону перехожу. Так, мы Потап проехали, что ли? А? Вы доехали, а деревья эти откуда, блядь? Так, остров вон он. Вот Потап. Мы на пути Потапа. Да. Маловато, блядь. Welcome to Харабалу, брат.